офигительная штука, новая, вот такая. Угасите своих демонов. Мне сказали о том, ну крутыш. Создатель Убакары. Это вот когда вы по реке плывете на лодке, как морской бриз. Вот такая жаба внутри размером с дом. Всем привет, меня зовут Ольга Грасс, и вопрос у нас сегодня такой. Какой аромат пахнет свежим воздухом? Какой аромат в такую жару нужно нанести на себя, чтобы почувствовать свежесть? Давайте попробуем сегодня разобраться. Вопрос от пользователей, вопрос от тех людей, которые действительно хотят чувствовать сердцем, хотят понимать в парфюмах и пытаются найти для себя что-то новое, полюбить что-то новое. Ну, наверное, любят парфюмы так, как я. Много вопросов от тех людей, у которых вот такая жаба внутри размером с дом. И, конечно же, не хочется обращать на это внимание, потому что, ну пусть, скажем так. Давайте попробуем сегодня разобраться с вопросом свежести, с вопросом, вами часто задаваемым. Я обязательно помогу, чем смогу. Поехали. Первым моментом хочется подсказать и рассказать, и посоветовать, наверное, кто ищет свежесть, кто хочет не притягивать к себе внимание, наверное, потому что особой свежестью и не притянешь, кто хочет наслаждаться сам, кто хочет просто быть чистым, свежим и, наслаждаться вот этой ухоженностью, вот этим вот внешним состоянием, вот этим вот ощущением чистоты и, чистоты, не более того. Посоветую вот такой момент. Это Зейна. Это Аква Ирис. Вот такой момент. Я его до этого советовала, поэтому углубляться в него так сильно не будем. Я его очень советую для мужчин. Он пахнет свежим воздухом, он пахнет ирисом, водянистыми такими нотами. И, красивый аромат. Я его советую однозначно. Начинаем, стартуем с него, потому что подборка достаточно большая. Я очень долго размышляла, и я бы сейчас еще 50 доставила. Но нужно сокращать объемы. Поэтому вторым ароматом Фредерик Маль «Талая вода». Что о нем можно сказать? При нанесении он цветочно неприятный, такой вот, он сильный, будет вас душить. Через 2 часа носки он будет пахнуть свежестью, чистотой, талая вода, он не зря так называется. Это вот в нашей подборке однозначные лидеры, вот эти два аромата. Дальше больше, поехали. Hermès Voyage, это вот такие коробки. Не стала я их искать, они где-то валяются. В общем, есть вояж в туалетной воде и есть вояж в eau de parfum, в духах. Потрясающая композиция, я ее безусловно рекомендую. Это аромат свежести, чистоты давным-давно. Он присутствует, он существует давно. И в нем скомпонованы такие зеленые ноты, мускус, амбра. То есть в нем глоток чистого воздуха вы почувствуете однозначно. Причем даже когда нам настолько жарко, что просто дышать нечем, он спасет всю ситуацию, он выровняет вас и ваши ощущения. Не будет он пугать других людей в округе. Это классный аромат. Вояж – это чистота и свежесть в чистом виде. Это вот потрясающе. Вопрос от женщин. Вопрос частый, очень частый. Свежесть позиционируется с водой. Вода, кувшинки, вот этот вот ирис, мускус. И вот это вот с комбинацию очень грамотно, опять же, скомбинировал Hermès. Это называется сады Нила и кувшинка Нила. Вот этим ароматом 150 лет в обед. Вот этим ароматом. Вот так они выглядят.
Они в коллекции, ну, бог его знает, наверное, лет 13, это точно. Кувшинка Нила и сады Нила. Сады Нила немножко со сладковатыми нотами, которые может отталкивать, но это, безусловно, тоже свежее. Ну, свежесть и свежим воздухом будет пахнуть листьями свежими, знаете, такой вот чистотой. Кувшинка Нила. Это вот когда вы по реке плывете на лодке, и вот там кувшинки, вот этот запах воды, зелени, такой свежести, травяной, водянистой вот этой вот глади, скомпонован в этом аромате. Это женские парфюмы, мужчинам, ну нет, я их не рекомендую однозначно, если вояж, это точно можно и мужчинам, и женщинам пользоваться, то здесь нет. Кувшинка Нила – это исключительно женская тема, и женщины, которые любят свежесть, любят чистоту, уже мозг повзрослел и не хочет углубляться в какие-то вот посторонние, ну, запахи, которые они могут раздражать и все остальное. Вот кувшинка Нила – это будет спасение, это будет свежий воздух. Поэтому мы его тоже однозначно берем в сегодняшнюю нашу коллекцию. Спасибо. Вот Мейсону Курджану нашему, создателю Бакары, 540-е, легендарное. Вот в их коллекции есть еще один аромат. Аромат называется «Универсальная вода». Универсальная вода подойдет как мужчинам, так и женщинам. Ценник не маленький. Если здесь... То есть варьировалось, ну, особенно по Эрмесу, там, до 100 баксов это точно. Вот эти две более дорогие композиции, Эрмес это до 100 баксов, там, баксов 70. То это, опять же, такой достаточно дорогой аромат, который называется универсальная вода. Что в нем? В этом аромате ландыши, мускус и бергамот. Скомпонованы чисто, грамотно, и вот он очень свежий, он чистый, ненадоедливый, и, ну, вот сейчас ему место на вашей полке, это точно. Поэтому еще обращаю внимание на него. Коллекция пополнялась многолетняя, и на сегодняшний день, конечно же, есть безусловные лидеры. Независимо от цены, независимо от сложности состава, является, по моему мнению, грамотным, собранным парфюмом. Это сейчас мужской аромат. Это Геоффре Бене. Вот такой вот парфюм. Греф Ланель он называется. Вот этот аромат стоит баксов 50 приблизительно. Но вот это мужской парфюм. Но вот он мне всегда позиционировал чистоту. Вот он слаженный, четкий, строгий мужчина, взрослый, не, это не подростковая никакая тема, чисто, коротко и понятно, знаете, то есть со вкусом, ничего лишнего, никаких лишних слов в нем нет. Ценители оценят, в общем. И кто уже соображает, кто не ведется на глупые мнения, кто знает себе цену, идите с Богом, вот и все, вот что хочется сказать, или там угасите своих демонов. И получается, вот этот парфюм Греф Ланель, это чудесная штука. Я советую мужчинам, взрослым, которые ищут свежесть. Вот эта свежесть, это недорогой аромат, но это очень хорошая, скомпонованная, грамотная вообще база, классная. Что в составе? Белый кедр, ветивер, мускус и пачули. Это там, вот это присутствует там точно. Ну, блин, попробуйте, однозначно, хорошая вещь. Вот, я сейчас его начала вспоминать четче, ну, отличный. Дальше, конечно же, еще одна штука для мужчин. Ее однозначно для мужчин рекомендую. Это озон. Популярен давно. Что-то там от него... сверхъестественного вы не найдете, не услышите, что он прям будет вот, ну, какой-то специфический. Нет. Чистый, стильный, мужской, грамотно, качественно сложенный парфюм. Озон – это водные ноты, соль, белый кедр. И это вот все, он, это унисекс.
Но он такой унисекс, свежегрубоватый, я бы его мужчинам отдала точно. Поэтому вот Озон сейчас тоже классная штука. Пользуйтесь, пока жарко, пока, если ищете что-то вот на самом деле такое достойное и свежее, это вот эта тема очень зайдет. Это Озон. Есть еще вот такой аромат. У Зарка парфюма есть вот такая вот штука. Вот он пахнет, как глоток свежего воздуха, как морской бриз. Вдаваться в подробности, ну, там база очень сложная, она скрыта, красивая, это все выглядит вот так чисто, ну, вот это вот имеет место быть, это море и свежий воздух. Недавно вышла такая интересная история. Мема «Кожа океана», вот такая вот эта коробка, вот такой парфюм, нанеся. Почему, думаю, он «Кожа океана» называется? Ну, это океанская кожа. Ну, почему? У Мэма так грамотно они компонуют. Я вам обязательно о нем расскажу, обо всем. И тут вот океанская эта кожа, и кожа океана, ну, непонятное название для меня было ровно час приблизительно, носки. Парфюм пахнет океаном, который соприкасается с кожей. Парфюм пахнет вот свежим бризом, воздухом чистым. Классная штука, офигительная штука, новая, вот такая. Советую однозначно, нанесите его, ну, попробуйте, это точно, это не расстроит, это будет нравиться, безусловно. Опять же, тем людям, которые сердцем ищут, не которые обращают внимание на все подряд, на какие-то надписи, там, слова и так далее, а которые ищут реальные парфюмы. Я реально вот пытаюсь донести вот именно тем, у кого есть сердце. Не почувствуйте, это вот это реальный океан. Ну, океан, мокрая кожа, я не знаю, это вот когда масло для загара, например, и вы в воду окунаетесь, ваша кожа после этого, и на нее печет солнце, ну вот это вот, ну это потрясающая штука, я ее очень вам советую. Вот такой Марк Джейкобс есть у нас. Вот такая вот штука, Rain. Он пахнет свежим воздухом после дождя. Вот это интересная компоновка, очень. Он пахнет, как будто прошел дождь. И вот этот воздух свежий, он вот его передает. Он сыроватый, землянисто. Вот такой вот отличный, отличный парфюм. Если найдете сейчас, достаточно редкий, берите его точно, потому что он, ну, классный. Но сейчас очень будет актуальный. Потом, конечно же, не могла я закончить сегодняшнюю историю без Вертуса. Вертус называется «Голубая вода». Когда там вышел у Вертуса «Солнечный пачули», «Наркоз», там, и вот это вот их «Табак и сигареты», ну, вот эти вот вся линейка, которая меня, ну, очень цепляет. И «Голубая вода». Я его когда нанесла, думаю, ну, блин, ну, как-то это простовато, настолько простовато, что даже не то, что пользоваться не хочется, ну, даже просто его, ну, нет. Это ошибочное мнение. Час, полчаса носки мне сказали об обратном. Мне сказали о том, блин, ну, крутыш, посмотри, какой красивый, и я пахну чистотой, свежестью и свежим воздухом, это точно. Поэтому обратите на него обязательно внимание, это очень достойная компоновка, комбинация вот такая. Красивый. Да, ценник кусается, да, он с дорогой коллекции, но он того стоит. Сейчас размышляя, и, конечно же, глаза разбегаются, и хочется, опять же, это вот то, что я по минимуму сейчас сюда поставила, хочу подсказать и посоветовать бутик. Вот, вот такой вот. Это тоже сейчас редкость очень большая. Он свежий, чистый, но это не морской бриз чистоты, а такая, ну, бутиковая чистота. Это прям вот свежесть, свежий воздух в салоне. Вот так его можно обозвать, если вам хочется вот именно такой компоновки, на вечер, наверное, больше подойдет. Ну, классная штука тоже. Сказать о нем, что он прям вот, ну, аховский, нет, но он вот с чем-то цепляет, меня тянет.
есть в нем вот какой-то своего рода шарм, специфический, своеобразный, хорошая, интересная вещь. И завершаю я сегодняшнюю нашу коллекцию достаточно таким экстравагантным, интересным ароматом. Это Орта парфюм. Вот такая штука. Сначала нанеся, он вас будет пугать однозначно, это Мегамар, вот такой вот он, так он выглядит. Коллекция тоже представлена вся, коллекция достаточно грамотно сложена вся практически. Но самый свежий, самый чистый, самый более, когда хочется, ну то есть комплиментов. Это очень комплиментарно, это больше мужское однозначно. При нанесении он раздражает сначала, а через 2 часа носки вы от него не можете оторваться. Это красиво, это свежо, и это очень достойно. Комбинация грамотная, комбинация, вот начиная от их дизайна. Этого парфюма отличный дизайн, эти крафтовые коробки, я их очень люблю, когда ничего лишнего. И вот такой четкий такой флакон, без всякого вот этого вот изыска непонятного. Вот красиво, стильно, как снаружи, так и внутри. Если вы реально сердцем ищете не каких-то глупых конфликтов, повторю, а слышите, чувствуете ароматы и разговариваете с ними, чувствуете их сердцем, делите их по нотам, и вот это вот то, что вы ощущаете, создает вам внутри ощущение счастья, ощущение, ну не важно, во что вы одеты, не важно, где мы живем, не важно, ну это уже не важно, когда вы наносите дорогой красивый аромат, ваша одежда, она обнуляется. Я очень рекомендую сейчас на жару вот этот парфюм, он по большей степени мужской. Если женщина экстравагантная, можем так сказать, такая достаточно уже гурманит, в общем, тогда, конечно же, вот он и женщинам подойдет. Ну а так я его отдаю мужчинам. Парфюм достойный, да, он не из дешевых, но это отличная компоновка, отличный. Просто зацепит 100%. И вас, и всех окружающих наберете комплиментов немало. Ну, в общем, как-то так. С вами была Ольга Грасс. Я надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!